Привет всем, меня зовут Олег Антоненко. А меня Настя. И сегодня мы снимем для вас челлендж, который мы еще не видели на русском ютюбе. Надеюсь, вам понравится. Суть челленджа заключается в том, что у нас есть бутылка воды. Мы будем набирать немного воды в рот и пытаться спеть песню. То есть, знаете, как горло полоскают, когда? И вот мы будем петь в этот момент. И другой человек должен отгадать мелодию. Так, сейчас, подожди. Мне тебе припев петь или куплет еще надо? Что хочешь. Главное, чтобы я понял. Называется. Стоп, подожди. Ты что, не знаешь? Да ладно. Знаешь. I'm only wanna die alive, never by the hands of the broken heart. На-н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 а. А, ой, ужасная песня. В общем, песня Ариана Гранде, Break Free. Так, молодец, да, угадал. Родина, да? Вот, отлично, молодец. Вот теперь тебя вообще прекрасно. The skies of your love relieve me breathless. I can't help feeling we could have had it all. The skies of your love relieve me breathless. I can't help feeling rolling in the deep. You had my heart in song. Это следующий неудачный день нашей камеры. Бабло. Купи. Я точно знаю эту песню? Точно. Вот знаешь, все 200%. Что? 300. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Я не знаю, что это. Надо послушать эту песню. Она такая, знаешь, про бывших. А можно припев? А, дандривается. Давай. Oh, I'm in love with Judas. Нет, я это... На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх. Вот, если вы хотите еще больше видео с Настей, то пишите об этом в комментариях. Относитесь к людям так же, как хотите, чтобы относились к вам. Всем пока.